так мы и работаем. В принципе, это довольно интересно. Будет выдающийся пик с особым характерным дизайном. Вот из этого получаем конфетку. Вот, в общем-то, все здесь ни черта не соображают на шутки вообще. Кроме меня, конечно. Я? Что вам сказать? Если хорошо подумать. Все это было или нет, не важен, в общем-то, ответ. Ведь прошлого нам больше не вернуть. Не горе это, не беда, оно просто грустно иногда, что не хватает нам любви чуть-чуть. Что? Нет, вы такие чистые, я такой грязный вообще. Села на него. Так и знал. Давай! Ну почему мне не дают работать? Это прогрессивное видео. А я не смела на тебя взглянуть. Ты понял все, ты все узнал и в первый раз поцеловал. И оставалось нам всего чуть-чуть. А мы снимали? Да, мы снимали. Не говори. Мы себе массаж сняли. Хроника ты не снимала, да? Ну а как? Ой, две камеры. Как же без хроники, да? Чуть-чуть не считается, тебя не касается, что стало теперь со мной, а жизнь продолжается. Чуть-чуть не считается, теперь мы с тобой друзья. Чуть-чуть не влюбилась я, чуть-чуть не считается.
чуть-чуть не считается, тебя не касается. Что стало теперь со мной? А жизнь продолжается, чуть-чуть не считается. Теперь мы с тобой друзья, чуть-чуть не влюбилась я. Несмотря на это, немного грустно мне. День наступил, и значит, все на своих местах. Но как-то все иначе. О, сегодня все не так. Пиймо! Гей, гей, гей! Это за здоровье, за счастье, что ну, все... Ну, ты мне зрай. За хороший клип. За маму тоже. Ты там и так, и сяк, и там и задом, и передом, и развивалась, и кричала. Теперь я вижу, кто ты. И, кстати, Игорь, расскажи. Да, да. Он волнуется, кстати, поэтому. Да? Да. И усами там. Нет, космос. Клип, конечно, хороший. А может, это было обратно? Давай поставим. Обратно, как поставить? Можем. А не подскажете, что? Наташа уже все, она едет уже в Псков. Ну, Наташа не хочет от вас уезжать. И тут даже ты стоишь на заднем плане. Привет, привет. Thank you.
А я не смела на тебя взглянуть. Ты понял все, ты все узнал и в первый раз поцеловал. И оставалось нам всего чуть-чуть. Чуть-чуть не считается, тебя не касается. Что стало теперь со мной? А жизнь продолжается. Чуть-чуть не считается, теперь мы с тобой друзья. Чуть-чуть не влюбилась я. Чуть-чуть не считается. Все это было или нет, не важен в общем-то ответ. Ведь прошлого нам больше не вернуть. Не горе это, не беда, но просто грустно иногда, что не хватает нам любви чуть-чуть. Чуть-чуть не считается, тебя не касается. Что стало теперь со мной? А жизнь продолжается. Чуть-чуть не считается, теперь мы с тобой друзья. Чуть-чуть не влюбилась я. Чуть-чуть не считается. Чуть-чуть, чуть-чуть не считается.